ром, это такое одеяние, чтобы прикрыть свои ноги. Я был в Киевской лавре, там тоже надо ноги закрывать, таким, можно сказать, платьем, что ли. И вот здесь вот покупаешь билет, билет всего 30 тысяч, сарум, естественно, бесплатно. Я знаю, что здесь водятся обезьяны, и они охотятся на очки. Очки, шляпы, все блестящее входит в диету местных обезьян, так что, если вы не будете осторожны, они залезут вам в кармашек и достанут. И достанут там что-нибудь. Мы добрались на самую вершину. Здесь, в принципе, можно помолиться, просить о чем-то хорошем, и оно сбудется. Посмотрите. Сегодня ночью решил подняться на Батур. Это вулкан в Индонезии. Вот, я решил не спать и одним махом сразу туда поехать. Как дела? Ай! I... You shouldn't smile, I forgot.